Музыкальные стриминговые сервисы изменили наше отношение с музыкой. Я расскажу об одном из способов слушать музыку, о моей волне. Вернее, о технологии, которая лежит в ее основе. Вообще, идея очень простая. Вы нажимаете на кнопку и получаете поток рекомендаций. Вы можете послушать трек до конца, пропустить его, можете поставить лайк или дизлайк. Моя волна учитывает ваши действия и на лету перестраивает поток. Задача рекомендации – сделать этот поток интересным и разнообразным. Например, недавно мы посчитали, что с моей волной слушатели находят 3 раза больше новых исполнителей, чем без нее. Существует 2 больших группы рекомендательных алгоритмов – коллаборативная фильтрация и контентный анализ. Моя волна использует оба этих подхода. Если говорить по-простому, то суть коллаборативных методов заключается в следующем. Давайте возьмем других пользователей, которые слушают приблизительно то же, что и вы. С некоторой вероятностью можно предположить, что треки, которые нравятся похожим на вас людям, но которые вы еще не слышали, понравятся и вам. Например, вы недавно лайкнули Рахманинова, а другой пользователь, которому тоже нравится Рахманинов, недавно лайкнул Прокофьева. После этого алгоритм делает предположение. Возможно, Прокофьева стоит порекомендовать и вам тоже. Моя волна использует данные миллионов слушателей и миллиардов прослушиваний и строит ваши рекомендации на их основе. Само собой, все эти данные анонимные. Другой подход – контентный анализ. Специальные нейронные модели как бы заглядывают внутрь трека и исследуют его звучание. Мы можем определить у композиции ритм, громкость, наличие вокала, множество других особенностей. И в результате мы получаем для трека аудиовектор. Его можно сравнить с другими векторами и таким образом найти треки, которые близки по своему звучанию, по манере исполнения и по тембру голоса. Недавно мы выкатили серию обновлений на основе глубоких нейронных сетей. Многие слышали про языковую модель Яндекс.GPT. Если очень сильно упростить, то можно сказать, что такие языковые модели учатся предсказывать следующее слово в тексте. Чтобы хорошо угадывать следующее слово, нужно хорошо понимать смысл текста. Так вот, то же самое можно сделать и в музыке. Как будто история моих прослушиваний – это некий текст, и мы должны написать самое лучшее продолжение этого текста. Нейронные модели моей волны анализируют, как изменяются мои вкусы со временем, и пытаются угадать следующий трек. Второе важное обновление – новый алгоритм настройки незнакомая. Смотрите, у нас есть обычная моя волна, где вы получаете сбалансированный поток как новых, так и хорошо известных вам треков. А режим «Незнакомая» специально предназначен для активного поиска новых открытий. Недавно мы разработали новый ранжирующий алгоритм. Он учится на музыке, которую пользователи еще не слышали, и при этом этот алгоритм не боится рисковать. Теперь настройка «Незнакомая» смелее предлагает вам незнакомых исполнителей и иногда треки новых для вас жанров. С новым «Незнакомым» пользователи добавляют себе в коллекцию на 20% больше треков неизвестных им исполнителей. Попробуйте новое «Незнакомое» и вы.